Алло. Детка моя. Привет. Как дела? Как у тебя дела? Да, отлично. Только в баню приехал. Откуда приехал? В бане. О, да ты что, уже в бане ездите? Ну да, баней называем тот самый шланг, с которого нас поливают, а мы под ним моемся. Очень хорошо, девочка. Это здорово, Коль. Что тут можно сказать? Ходим картошку наберем. Угу. Ой, этих. У селян. Он такой, типа... И вам продают или так дают? Так дают. Мы понабрали. Книги читаем, да. Культурно развиваемся. Молодцы. Смотрите, только аккуратней с этими селянами. Да? Да. Что они поделают? Ты же сам рассказывал эту историю. Очень интересно. Да. Везде в церквях это самое. Идут сороковузки заказаны конкретно на себя. В Балтийске, в Калининграде, в Советске две церкви и в этом самом, в Славске. Так что, зайка, все хорошо. Уже ли ты думаешь, что мама как-то оставит это все? Нет. У нас тут, знаешь, вот, у меня на глазах, короче, ну как, я тоже в этом участвовал. Мы пытали пленных, ФСБшники. Знаешь, что такое розочка? Нет. На теле мужчины можно сделать 21 розу. Это 20 так. Пальцев и член. Прошу прощения за выражение. Не понял. Ага. Вот. Видела, как розочка, когда распускается, как раскрывается? Да. Вот. Также вдоль кости кожа срезается с мясом. На всех пальцах. Угу. Потом то же самое делается и там. Ничего себе. Вот это называется 21 роза на теле мужчин. Угу. Еще знаешь, какие пытки я видел? Такие. А почему ты говоришь, что ты принимал участие? Ну, это ФСБшники. Захватывали же, пленных приводили. Ну. И пока ждали пленных, ну, пленных этих, начальников вот этих вот камер, пыток. Ну-ну. Держали, лупили, ломали ноги, чтобы не убежали. Они еще и пытаются что-то сделать, не понимают. Да, конечно. Там ничего не понимают. Ну, потому что обдолбанные, да? Да. Поймали мирного мужика, вот пацаны, это уже вот начальник этой камеры пыток рассказывал. Поймали мужика старого. Ага. Взяли у него телефон. А в телефоне фотографии всех позиций. Ой, урод, блядь. Вот он на велосипеде катался, мимо позиции, с белым флажком, все. Как положено, фоткал позиции, скидывал им. Урод, блядь. Да. Вот поэтому я тебе говорю, что нельзя им верить. Хохлы, они... И этого мужика, старика, забили палками резиновыми. Ага. Забили до смерти. Представляешь, да, сколько там должно быть ударов, сколько всего должно произойти, чтобы резиновой обычной палкой, ну, успокоительная она называется. Угу. Вот на губе такую принимают, применяют. Теперь, если бушевался, сразу бьешь. Там куча внутренних разрывов у него было. Вот так вот у нас ФСБшники пытают. Вот один еще метод пытки. Это этот. Я забыл, как называется. Вроде бы ствол. Трубу в жопу вставляют. А, даже так? Да. И колючую проволоку туда засовывают. Охренеть. Вытаскивают трубу. Проволока остается там. И проволоку потихоньку вытаскивают. Вот это так наше. Сказали, что вот это вот с проволокой, это еще с Чечни. Да. А ты знаешь, как украинцы издеваются над нашими? Знаю. Да?
Поэтому даже ни капельки сожаления нету. Нет, ты что? Мы когда сидели, вот этот вот мужик, которого привели, пленный, говорит, за мою жизнь мои пацаны две ваших заберут. Я говорю, я за каждую... Ну, а мы сидели что-то. Он сидит такой, знаешь, это... Говорит, мне плевать на смерть, я умираю за правду. Угу. Он сидит, прям орёт. Я говорю, ну если тебе плевать, говорю, почему ты тогда боишься? Угу. А он сидит, вот он привязан к стулу, да, у него сломаны эти крестообразные кости, ну, которые я ломал. Угу. Только они вывернуты. Он сидит, мне плевать. Я говорю, ну раз тебе плевать, почему ты боишься? Я не боюсь, я говорю, почему ты тогда кричишь? Угу. И все, он замолчал. Я говорю, я научил хоть таким вещам, мам. Морально с**ать людей просто двумя словами. Это так нравится? Нравится? Нравится, не знаю, почему. А я тебе всегда говорила, что... В принципе, ну, что во мне, то, что я себя сдерживаю. Если бы я вот так вот попала туда, я бы тоже кайфовала от этого. Мы же с тобой одинаковые. Вот, вы на украинском что там, давай, материть, не материть. Я говорю, да что ты, говорю, нервничаешь? Говорю, уже все, отпусти, говорю, ситуацию, все нормально будет. Угу. И все. Вот, блядь, вас, вы сдаетесь, кормят, поят, домой отпускают, да, гандон? И так вот. Да. Мы тут на Пасху посидели. Так что это? Чего? Сделаем папе 21 розочку. Да? Да. Нет, да. Начнем с 5. Если не поймет, сделаем еще 5. Ну, а что, он говорит, все равно работы у него не будет потом. Сейчас все работает, все правильно. Поэтому руки ему не нужны. А если они ему нужны, чтобы такой ерундой заниматься, то они ему точно не нужны. Не, начнем, знаешь, с чего? Сломаем. Сломаем пальчик. Кого сломаем? Пальчик сломаем. Самый важный указательный на правой руке. Чтоб не показывал. Или в носу не ковырял. Ну так, чтобы потом пользоваться мог. Так, чтобы потом пользоваться. Ветер, я не понимаю. Очень говорю, так, чтобы потом пользоваться мог. А, да? Ломаешь, да, первую фалангу больнее, чем вот весь палец ты сломаешь. Первая фаланга самая болючая. Там больше всего нервных окончаний. И там самая толстая кость. Вот. Угу. Да? Да. Вот. Не поймет? Сломаем в следующий раз сразу 2. Не поймет 2. Сломаем потом 4. Геометрической прогрессии будем идти. Солнышко, ты слышишь, что мы с тобой обсуждаем? Я понимаю, что у меня уже здесь крыша едет. И для меня это нормальные вещи такое говорить. Ну нет, говорю, у тебя крыша не едет, у тебя все в порядке. Я тебе говорю, ну, людей тут убиваем. Ну, ты уверен, что это люди? А если бы вот... Не дай бог кого-то и из вас, ну. Да, это понятно. Я меня даже не грызет уже совесть, я не знаю. После это, цифра, когда переросла за 20, все, я успокоился. Прям. Это не люди. Я ж вообще добряком был. Я тебе говорю, ты просто как я хочу тебе все рассказать. Как хочу, чтобы ты увидела вот это вот все, что во мне поменялось. Ой, рыбка моя. Пока-пока. Береги себя, мой зайчик. Да, сейчас позвонить. Да, обязательно. Всего люблю.